называется «Я победил их». Хорошо. Именно я, то есть пусть это вас не смущает. 15 стих. «Отняв силы у начальств и властей, властно подверг их позору, восторжествовав над ними собою». Аллилуйя. Этот стих мы нередко вспоминаем и много говорили о нем. Итак, Иисус Христос отнял силы у властей и начальств, да? Демонических, мы понимаем, не местных, не федеральных, не американческих, то есть никаких, не физических этих сил, да? А духовных сил дьявола и всех его бесов, правильно? Властно подверг их позору, опозорил их, вот, восторжествовав над ними собою. Аллилуйя. Аминь. Прекрасная картина, мы ее описывали. Мне всегда это, я говорю, сразу напоминает Рим. И как они это делали, проводили всех военнопленных с позором. Вот. Поэтому Иисус победил. Аминь. Слава Господу. Иисус победитель. Дьявол проиграл. Аллилуйя. Потерпел поражение. И сейчас церковь создана для того и существует, по идее, чтобы продолжать наносить ему поражение по всему лицу земли и распространять Божье Царство и Евангелие. Правильно? Ибо Иисус посылал учеников говорить, идите и скажите, да, Царство Божие приблизилось к вам. Больных исцеляйте, прокаженных очищайте, мертвых воскрешайте, бесов изгоняйте. В этом было проявление Царства. Правильно? Не было проявления Царства в том, чтобы раздавать вещи или кормить голодных. Это могут делать и мир, то есть. А вот этого никто не может делать. Никто. Поэтому я имею в виду, что то тоже хорошо, но это можно делать и без вот этих всех наших исцелений. То есть, а вот это невозможно делать никому просто так. Поэтому именно проявление Божественного Царства, Божьей жизни, проявлялось вот в этом. Аллилуйя. Хорошо. И церковь создана для этого. Поэтому нам кажется, и я думаю, что дьявол формирует такую картину нам и такую атмосферу нашей беспомощности и нашей слабости. О том, что сегодня вообще я вижу, кажется, церкви, они прям, ну, как бы прям что-то все плохо дело, то есть, ну, они все меньше становятся, люди, церкви как бы иссыхают. Непонятно, что такое с христианством, что за время, то ли сезон такой, то ли не сезон, то ли что, то есть где-то растет, если церковь, это прям... ну, это какое-то такое прям явление, то есть надо туда ехать смотреть, что происходит. В чем секрет, то есть. Но основные церкви все высыхают, и Кемерово в том числе. Их становится меньше. И кажется, что христианство как бы, ну, что-то не то, что-то не то. Но мы не должны смотреть на это. Мы смотрим на истину. Аллилуйя. И самое важное — научиться говорить Божье Слово. Аллилуйя. Не важно, что ты видишь и чувствуешь, и как обстоят дела. А вот, иди, читай Библию, читай Ветхий Завет, очень сильно важно читать Ветхий Завет. Именно Ветхий Завет очень сильно показывает Божью славу и могущество. И много об этом говорит. И люди Ветхого Завета очень хорошо об этом говорили. О том, кто творец всего, кто царь всего, кто победитель всего. Аллилуйя. Вот. И поэтому мы должны понимать, что... как это понимать, да? Короче, Иисус Господь, слава Господу. И мышца Его не сократилась, и слава Его не уменьшилась. Аллилуйя. Просто христиане, но что-то надо будет им потом менять, всем нам. Да? Хорошо. Слава Господу. Итак, 1 Иоанна. 1 Иоанна. 4 глава. Слава Господу. Вот. Это слово я хранил 2 недели для вас. И, честно говоря, мне очень хотелось попасть на собрание и поделиться им. Я не рассказывал это в Юрге. Вот. В Юрге меня спросили про Иова. Ну, тут, как говорится, и поехали. То есть по этим рельсам туда. Но давайте так, то есть... Что тут написано? И вот я даже практиковался в Юрге, именно так я и молился. То есть я добавил одну фразу к тому, чтобы, когда молиться, специально
в том, чтобы себя утверждать в этом. Вот, потому что для меня, то есть, это как бы, знаете, немножко все равно внутренне нужно какое-то вот прийти к какому-то успокоению и покою и гармонии в этом, потому что это не просто говорить. Смотрите, что написано в 4 стихе. «Дети, вы от Бога». Аллилуйя. Это я вам говорю сегодня. «Дети, вы от Бога». Аллилуйя. Аминь. «И победили их». Смотрите, как написано. Мне понятнее, и Иисус победил их. Но здесь написано, мы победили их. Поэтому ты можешь смело сказать, я победил их. И когда я это говорю, то мне кажется, внутри у меня возникает все равно еще голосок, что типа, ну, что-то тебя несет, то есть, куда, то есть, как бы, ну, не гордость ли это, ну, и вот такая вот прочая, как бы, мишура. Поэтому я специально молился и утверждал себя в том, что я же не говорю свое, я же говорю Библию сейчас. Тут написано, мы победили их, то есть, здесь уже идет речь о нас, что мы победили. Кого их, да? Он пишет в первом стихе, «Возлюбленные, не всякому духу верьте, но испытывайте духов, от Бога ли они, потому что много лжепророков появилось в мире». Итак, в первом стихе идет речь о духах и лжепророках, правильно? «Духа Божия, духа заблуждения, узнаете? Так, всякий дух, который исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, есть от Бога. А всякий дух, который не исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, не есть от Бога. Это есть дух Антихриста, о котором вы слышали, что он придет, и теперь уже в мире. Вот кого мы победили. Аллилуйя. Духов. А это кто? Это бесы и дьявол. Они духи. Правильно? И Библия говорит, мы их победили. Правильно? Все вы согласны? Читайте. Поэтому я принял для себя, и может быть кто-то слышал, за кого молился последнюю неделю там, я говорил в молитве там, дьявол, я тебя победил. Вот, и я это специально говорил, чтобы себя утверждать в этом, потому что все равно внутренне мне долго внушалось, что это как бы, ну, вообще с дьяволом надо как-то осторожнее, то есть, ну, что с ним связываться? Вообще он личность, ну, влиятельная, серьезная, то есть, как бы, давай не будем, то есть, это. И это где-то внутренне глубоко сидит. Вот я сколько говорю, сколько учу, сколько изучаю и знаю об этом, но все равно где-то вот оно... автоматически где-то что это, ну, не надо на себя вызывать огонь, то есть, ну, не надо как бы звать того, чего не надо, вот. Но Библия говорит о том, что, слушай, я его победил, аллилуйя. Победил написано, не написано, мы его победим, не написано. А вот там, а написано, я его победил, правильно, в прошедшем времени. Это уже состоявшийся факт, аллилуйя. И тут еще очень важно добавляется всем известная фраза. «Ибо тот, кто в вас, больше того, кто в мире». Аминь. Слушайте, я выключу кондер, что-то мне холодно. Жарко? Тебе жарко? Ну дайте чуть согреться, если потом включу. Аллилуйя. Хорошо. Слава Господу. Итак, нужно стоять на том, что в Библии нет ни одного слова лжи. Ни одного. Не важно, что происходит. Не важно, какие обстоятельства. И что говорится, и как все происходит. Важно верить в то, что Библия никогда не врет. И никогда не обманывает. Если здесь написано неправильно, и здесь есть какая-то ошибка, тогда вся Библия лживая. И тогда Бог лжец. Но мы знаем, что Бог не лжец. И Библия истина. Правильно? Поэтому то, что здесь написано, так оно и есть. И я дьявола победил. А это говорит о том, что я не должен с ним сражаться. Очень важная мысль, потому что, возможно, мы говорим об этом, у нас идет сражение. Там. Вот мы сражаемся. Мы не должны сражаться с дьяволом. Во-первых, мы в разной весовой категории. И Юра не может победить дьявола. Он меня победит. Ну,
Если я пойду с ним сражаться, он меня завалит, то есть, ну, это точно. Вот. Но я ведь и не говорю о фразе «я победил их», о Юре. Речи нет о нем. Потому что по плоти я никого победить не могу. Тем более, что я не занимаюсь физически. Практически мало кого я могу победить, да, то есть, вот, а был бы еще борцом, там, не знаю, что-нибудь там, какие-нибудь, может быть, что-то я бы и пытался. И слава Богу, у меня нет такого искушения, что-то о себе думать. Я никого так победить духов не могу. Но тот, кто во мне, написано больше того, кто в мире, он и побеждает их. Аллилуйя. А я уже не живу, но живет во мне Христос. И когда мы прочитали с вами стих, что Иисус властно предал их позору, что я пытаюсь понять для себя, что я присутствовал при этом. Квантовая физика. Я не знаю как, но я там был, потому что я во Христе. Я реально в Его теле, где Он присутствовал, я был там. Вот. И ты там был тоже. Поэтому Библия и говорит, победил Он, но победил и я. Потому что я в нем, а он во мне. И тот, кто во мне, больше того, кто в мире. Аллилуйя. Когда дьявола унижали, я там присутствовал. Я видел этот позор. Хотя мой мозг не понимает этого. Ты же там не был, ты же не родился. А я и не думаю, что это во времени случилось. То есть, но я во Христе. И я его победил. И я не должен с ним сражаться. Он... Вот это вот очень важная мысль, которую я пытаюсь очень понять. И об этом вам говорю. Когда мы вступаем в какое-то противостояние, мы должны исходить из позиции, что мы сражаться не будем. Ну, в плане того, что там бодаться. Давайте приведу пример. Вот мы хорошо, кстати, я помню. Ладно, чувствую уже как-то быстро оно нагрелось. Давайте я вам отвечу на вопрос. Я не говорю, что это... Именно так, но так я верю. Вот я верю так. Для меня всегда был вопрос по поводу всех вот этих духовных противостояний. С бесами. Я не понимал этого никогда. И я всегда это как бы отсылал к тому, что я, наверное, не... Ну, просто как бы, наверное, это не мое, наверное. Или это как бы мне непонятно. То есть, ну, либо я, короче, не дотягиваю до профи. До каких-то вот этих духовных все время, там они там в духовном мире ракеты запускают, что только не делают они. Я все время не мог понять. Но внутренне, почему-то я и не мог этому найти объяснение в Библии. То есть, когда мне Библия что-то объясняет, я быстро соглашаюсь с этим. Вот, вопрос в том, начинаю это делать или нет, как в жизни у нас бывает, это другой вопрос. Но ты согласен, как бы, и у тебя есть основания, на что встать. И я не вижу Иисуса, ну там, вот на бульваре мы идем, там есть такое место, и там всегда очень много молодых людей возле арт-рестлинг, да, по-моему, называется. Они там, там уже парни эти борются там. Вот. Мы тоже в свое время боролись. И я туда не подойду с ними бороться, потому что я не занимаюсь. Чтобы не позориться, я туда не пойду бороться, да. Вот. Но они такие все борются. И вот у меня никогда не рисовалась картина в Новом Завете, что Иисус такой с дьяволом, а что, и дьявол его, и тут Иисус его. И в итоге он все-таки его раз и завалил. Мне когда-то случайным образом попадался ролик, не знаю почему, но у нас какой-то есть, вы наверняка слышали, какой-то молодой парень, он не выглядит качком, супер-супер качком, но он валит, и я даже прилип и посмотрел там кучу роликов года два назад, он валит там качков просто нереальных, вот в арт-рестлинге. Слышали про такого? Ну, мужики. Он как бы такой, и у него даже мышцы не видно, у него, ну, он такой крупный паренек, невысокий, но он валит горилл просто, я не знаю, там америкосов, там всяких. Прям на улице все это публично, и там вот эти известные арт-рестлинги, все там страны, они не могут его завалить просто. Я смотрел, думаю, как же ты это делаешь? И он прям их держит, чук, кладет, то есть, и все. Одного, второго, там прям, знаете, вены, там мышцы, бля, вот такие, кинг-конги, то есть, и он их просто бах-бах-бах, думаю, а приятно, что я понимаю, что парень русский. Ну, думаю, эх, русская земля-то, левши-то не перевелись, да, то есть, широка страна-то наша, вот. И это было удивительно. Но он с ними боролся. То есть он держался. Где-то были прямо ребята его, конечно, поджимали, которые такие здоровые качки, но он их валил. Но это была борьба всегда такая, знаете, то есть и брык.
Но я не вижу этого в Библии. Я не вижу, где Иисус такой напрягается, пост, молитва, жух, что-то не отступает, болезнь там одна. Ух, дьявол крепко тут оборонился, то есть, ну, построил-то зубья-то вот эти, да, военные. То есть тут баррикады, так, братья, сколько нас там, 72, пост, молитва назначается. Будем брать Иерусалим, то есть духовно. Тут демоны там региональные, то есть тут просто фарисейство, и это римское язычество, Марсы, эти самые Юпитеры, там каких только демонов нету. Я не вижу Иисуса, чтобы вообще напрягался. И мне всегда поэтому и не было понятно, что за война, то есть, ну, что за, как бы это, почему я-то должен, где я должен взять основания. Людей, которые говорят по телевизору об этом, ну, или в Ютубе, я должен в Библии найти это противостояние. А, можно взять этого парня, который постился там, Даниил, пророк, да, то есть, отлично, хорошо. Вот, я думал, оказывается, он постился даже, интересно, то есть, все кушал, кроме там определенной вида еды. То есть, так поститься можно, так, в принципе, и я могу, то есть, поститься. Но речь о том, что это было за тысячи, ну, за тысячелетия, по-моему, до Христа. Вот, я не вижу это в Иисусе, чтобы он там по запрос ушел, 21 день с дьяволом бодается, то есть, и как бы ангел пришел, говорит, слушай, там такое, то есть, ну, ответ уже был послан, но серьезные духи региональные стояли. Вот, я к чему? Вот отвечаю я на вопрос, как я верю сегодня. Против колдунов, шаманов, магов и прочей нежити, экстрасенсов и всех. Мы их победили, говорит Библия. Если мы вступаем с ними в сражение, мы делаем ошибку. Мы делаем ошибку, если мы начинаем что-то придумывать. Мы начинаем недопонимать Писание. Мы ошибаемся в этом. Мы их победили, потому что тот, кто в нас, он уже больше их. Нам не нужно это доказывать. Мы должны стоять на позиции и верить. Не нужно царю доказывать, что он царь. Не нужно ему с рабами бороться. Если ты царь и священник, почему ты с рабами должен будешь опускаться на их уровень и доказывать, что ты царь? Ты не должен этого делать. Это статус позиции. Я-то не говорю, я лев, то есть, но она мне там, но она может меня опустить там, аксти, ну там, вот. Там, шурупы не лучше прикрути, там что-нибудь такое. Там, я лев, то есть, знаете, я в духовном мире. Вот, в общем, аллилуйя, то есть, и... Но самое интересное, я себя так, почему так говорю, я учусь видеть себя так, что я лев, мне не, ну, я появляюсь, и все разговоры заканчиваются. Я видел льва, но не в клетке, я был в автобусе, это страшно. И вот выйти туда как бы, ну давай, то есть что, как там, возле клетки-то все гораздо ходить, а вот так вот он там вон сидит, вот как Надя, лев. И там две львицы. Ну что, как? То есть пойдешь из автобуса, ну вот, и лучше бы автобусу не ломаться сейчас, потому что мы в саванне, и там как бы это, ну, некому прибежать, там отогнать их, это не шоу. Поэтому, соответственно, страшно, когда лев появляется. Поэтому внутри я лев, аллилуйя, из колена Иудина. Слава Господу, потому что я такой же, как Иисус. Я их победил. Поэтому внутренне я себя... учу и настраиваю, что я с дьяволом не буду больше бодаться. Ну вот там. А вот, это неправильно, духовно. Я его победил. И все, что я буду говорить, и на чем настаивать в духовном мире? На том, что эта победа одержана. Дьявол, ты уходишь. Это не вопрос того, что мы сейчас будем бодаться, вот кто уступит, ну, ротоборец. То есть я не ротоборец в этом плане. Чтобы с ними... сейчас выяснить, кто же я, то есть Давид, Голиаф, кто сейчас-то одержит в этот раз? Нет, это не так, он проиграл, а я победил, поэтому я исхожу из позиции того, что я ведь иду, когда там колдуны, шаманы или что-то, мы исходим, если ты идешь с ними бороться, дело плохо, скорее всего, они более практические, но маги там страшные они, мало ли, мы как-то все-таки немножко так побаиваемся, но если ты говоришь о себе, то да. А если ты говоришь о том, кто в тебе, тогда ты, ну, как бы, то вообще, как бы, вопрос снят сразу. Потому что он больше его. Он не равен ему. Он не чуть-чуть его сильнее. Он не на уровне там. Но тот может пободаться все-таки. В этот раз пошел, подкачался. Сейчас снова опять встреча у нас. Нет. У нас нет вообще никакого паритета по силе.
Он проиграл, и он слабее намного, тем более сейчас. Унижен и поражен, то есть. Поэтому мы просто должны стоять. Почему мы видим в своей жизни проблемы? И почему мы не понимаем? Я нашел только один ответ. Мы, во-первых, этого не знаем, что мы победили. Во-вторых, мы не верим в это, что мы победили. В-третьих, это не вшито в нас на уровне, как зафиксировано в нашем разуме, как печать понимания того. Потому что это невозможно просто прочитать и сказать, ну теперь вот так, или книжку какую-то прочитать, ну теперь я вот такой. Это дает некий старт поразмыслить об этом, но ты должен это поверить, ты должен это применить, попробовать. Где-то, может быть, не получится. Потом, и это проверится, то есть в том плане, что, ну ты веришь в это или нет? Дьявол точно будет проверять это, потому что он крайне заинтересован в том, чтобы ты понял, что это неправда. И ничего он не проиграл. И он победил, то есть. И он будет тебя искушать этими различными вещами. Соответственно, этому нужно практиковаться. Этому нужно учиться в том, что слушай. Поэтому я за всех в Юрге молился так. И я еще думал, интересно, как они среагируют, но я не о них думал. Я только думал об этом месте Писания. И я говорил, дьявол, я тебя победил, то есть, выходи, дьявол, убирайся. И мой мозг такой, ну как бы, он прям затихал. Я его прям придавливал. Ну вот, я ему прям говорил мозгу своему, не дьяволу, то есть, я ему говорил, ты пойми, там написано. А если там написано, я могу говорить смело, там не написано, что Иисус победил. Там написано, мы победили. Мы это мы, а в частности я, ты. То есть вот. Поэтому я говорю, я его победил. И он во мне больше, тебя меньше. То есть ты маленький, ты уходишь. Аллилуйя. Поэтому не удивляйтесь, если так будете слышать, что я вот так могу молиться. Вот. И вы так тоже пробуйте. Потому что я говорю, я сильнее тебя, я тебя выиграл. Я не буду с тобой сейчас бороться, то есть, ну, это ты меня на рынок тянешь, а я с тобой бороться не буду. Я повелеваю, я начальник, я полицейский. Полицейский не доказывает бандиту, что, слушай, друг, то есть, как бы, ну, тот скажет, слушай, а знаешь как, давай бодаться, то есть, какой бодаться, власть и сила у меня, я тебя арестовываю, сдавайся. Нету никакого вот этой борьбы. Поэтому мы ложно поверили, нам ложно. Ложно привили эту идею, что мы должны с духами какими-то там реагировать. Потому что для меня непонятно, то есть, какой уровень борьбы. То есть, мы должны поститься, мы должны с утра до вечера молиться. Мы есть должны при этом, не должны. Что делать, что не делать. Всегда такая путаница была. Я четко для себя нашел ответ. Может быть, я ошибаюсь. Я допускаю. Но мне Библия не показывает ничего другого, кроме того, что я доминирую над дьяволом. Именно не Юра. Во мне внутри, вы видите сейчас Юру, но я не Юра. Вот, Юра меня, ну так проще меня называть, как-то было бы странно меня по-другому называть. Вот, Юра уже умер давно, ну нету его. Но нам так понятнее, внутри не Юра, внутри Сын Божий живет. Аллилуйя, ровно такой же, как и Иисус. И он, поймите, то есть, вот здесь нужно понять, почему я не должен с ними бороться. Потому что во мне живет реальный Иисус. И Иисус с ними не борется. Иисус с бесами не бодался. Он говорил, заткнись, вышел. До свидания. Правильно? Тогда почему? Вопрос в том, что мы должны с магами как-то там фехтоваться. Они там свои обряды. И мы должны что-то. А нам что делать? Ну, у нас как бы нет таких заклинаний. Нам на пост и молитва тогда, что ли? Всегда я не мог этого понять. Вот внутренне. Но когда я стал изучать учение... Ну, мне стала приходить уверенность, что, слушай, во-первых, я все-таки правильно что-то как бы сомневался в том, что так нужно, потому что так много мистики, ну, вот в этом, интернета, все такие какие-то, какая-то бравада ложная, но это не подтверждено Библией. Иисус не бодался с ними, правильно? А я и Иисус одно, мы едины, и Он во мне, и Он больше. Я не буду с тобой драться. Вот. У меня была одна ситуация неприятная, вот, и один человек хотел меня ударить. Вот, а я как бы, вот, ну христианин же, я же не могу драться, во-первых, не потому что я только христианин, но я как бы и не хочу. И я ему сказал, ты меня тронешь, я у тебя отберу все.
юридически, я заберу все у тебя. У меня есть юрист, я отберу у тебя все по закону. И он как бы сник. То есть не дошло до никаких стычек. Сразу понял, что, слушай, так не надо со мной. И я по закону царь во Христе Иисусе и священник. Я не буду, дьявол, опускаться на твой уровень и драться с тобой. По закону ты сейчас уходишь. Нет никаких у нас с тобой, ну, ты мне не ровня, чтобы я с тобой бодался. Понимаете? И немощь, и болезнь не ровня мне, чтобы я объявлял войну, то есть. Это слишком ее возносить. Я ее победил. И я, когда приближаюсь, ты должен уйти, потому что ты немощен, меньше того, кто во мне. Аллилуйя. Понимаете? Для меня это понятно. Мне это очень понятно, потому что совершенно это лишний раз доказывает, если мы вступаем в это противоборство, мы не понимаем, кто внутри нас. Мы говорим о великом Боге, о царе, то есть, но мы не понимаем, что он такой, и он не ровня дьяволу, он вообще никакой не царь. Аминь? Вот, Олив, тихо. Хорошо. Так, давайте мы Исаию быстро посмотрим. Исаия 53, 12 стих. «Посему я дам ему часть между великими, и с сильными будет делить добычу за то, что предал душу свою на смерть, и к злодеям причтен был, так как он понес на себе грех многих, и за преступление сделался ходатаем, за преступников сделался ходатаем». Так, мне вот это место Писания. «Между великими и сильными он будет делить добычу». Христос, лев, из колена Иудина, он будет делить добычу со львами, сильными, аллилуйя, сильными написано, между великими и сильными, правильно? С кем он будет делить добычу? С церковью, с сынами, с братьями со своими, во Христе Иисусе, аллилуйя, такими, других сильных нету. Мы всегда каких-то других сильных думаем, это какие-то другие сильные, не знаю, там, Арнольд Шварценеггер или еще кто там, ну, там, на ум приходят сильные, или там какой-нибудь наш спортсмен, Карелин тоже сильный, то есть, ну, там, дядьки. Ну, вот, нет, не с ними он будет делить добычу. С ними он ничего делить вообще не будет. Но если только они не являются христианами, правильно? Ну, вот, он будет делить ее с нами, эту добычу. Аминь? Хорошо. Вот, вы уже все собрались домой, да? И я уже начинаю пробуксовывать, правильно? Но мы только начинаем. Потому что мы откроем Ефесянам вторую главу. Аллилуйя. Есть только повеление дьяволу уйти, и все, больше ничего не должно быть. Другие разговоры, это уже неправильно. Итак, смотрите, как интересно. Очень интересно. Ефесянам 2 глава. Первый стих. «И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили, по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе». Кстати, отвечу вам на вопрос, часто возникает по поводу. Библия четко говорит о том, что дьявол – бог всего мира. И Павел его четко говорит, бог, с маленькой буквы. Бог всего мира. Поэтому мы и понимаем, почему какая-то нестыковка. Вроде бог наш, вроде он царь над всем, но как-то все мы видим на земле тут не очень по его, то есть, мягко говоря. Поэтому, потому что дьявол – бог всего мира, всего человеческого, вот это его устройство, правильно? И вот тут еще как раз про него и говорится. Он в воздухе, вот это я не могу понять. Что Павел имеет? Действительно в воздухе он, возможно, летает. Духа, действующего в сынах противления, между которыми и мы все жили некогда. По нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочие. Бог, богатый милостью, по своей великой любви, которую возлюбил нас и нас, мертвых по преступлениям, оживотворился Христом. Благодатью вы спасены. И воскресил с Ним, аллилуйя, и посадил
на небесах во Христе Иисусе. Аллилуйя. Вдумайтесь. Но Он нас воскресил с Ним. Аминь. Вот ты вот смотри, вот я говорю, я присутствовал при том, и ты присутствовал при том, что дьявол тогда был унижен в присутствии нас, когда Христос это делал. И оно трудно понять. Но и написано, воскресил нас с Ним. Правильно? Когда Он воскрес, и мы воскресли. Аллилуйя. Активируется это наше в свое время, в свой век. Но это же произошло в Нем, когда Он воскрес, и ты воскрес. Правильно? Аллилуйя. То есть это квантовая физика. Я в ней не силен, но звучит очень интересно. Как это туда-сюда, в то время сюда, это уже свершилось, это произошло. Как это интересно об этом все время размышлять, но ничего не понятно. Но я верю, что я там присутствовал. Смотрите, и 7 стих. Вот как бы мне всегда 6 был. Что для меня важно с этого стиха, не только что я воскрес, но для меня всегда важно было, что Он посадил меня на небесах. Во Христе Иисусе. На небесах. Я себе так это и представляю. Поэтому я в тронный зал больше не прихожу. Но это как бы мне логика не складывается. Странно, ведь Иисус и сидит в тронном зале, правильно? Я во Христе на троне. Одесную Отца. Почему одесную Отца? Одесную сидит Иисус. Я во Христе посажен на троне. Не там еще один трон, одесную Иисуса уже. И там я сижу. Я сижу во Христе, в Нем, потому что я Его тело. Вот что церковь. Мы и есть тело, поэтому мы и сидим на престоле. Руки, ноги, волосы, глаза. Кто-то из нас даже эти, как они вот эти вот, ресницы, да. Не наклеенные, настоящие, да? Вот. Все мы там во Христе сидим, одесную. И потом говорит, я прихожу к престолу благодати. Ну, в смысле, я уже там, то есть, как бы, те приходили, им надо было. А я-то там, у меня это всегда не срасталось. Поэтому я решил остановиться на том, что я как бы не прихожу в тронный зал. Меня как бы уже там посадили. У меня нет раздвоения личности. Одна часть сидит, другая приходит. Я сейчас здесь, и я сейчас на престоле. И мне всегда это было очень нравилось. Как это может не нравиться? И понятно. Но 7 стих очень важный. «Дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати своей в благости к нам во Христе Иисусе». Вот этот стих я очень пропускал. Я его не видел. Для чего все это было сделано? Для чего дьявол был унижен? Это личные счеты Иисуса с дьяволом. Ну, то есть, это лично их там разборки. И мы тут как бы между... Потому что ведь много же фильмов про это, много сегодня философий про это, что боги там борются, а люди тут это попадают, как бы, как говорится. То есть, ну, эти титаны великие сражаются, Зевс там то, а люди, они как расходный материал. И это личные счеты Иисуса, что Он все-таки одержал его, унизил у всех. И это как бы... Но это было сделано для нас. Из-за нас это было сделано. Иисус это не делал для себя. Ему чего его унижать-то? Но кто он, чтобы его с ним так поступать? Он сделал, потому что это мы сделали. Мы унизили дьявола. Иисус человек был здесь на земле. И он его победил и унизил, победив. И он сделал это так, потому что мы такие. Аллилуйя. И мы были во Христе, там присутствовали. И это все было сделано для того, чтобы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати своей в благости к нам во Христе Иисусе, чтобы явить эту благость, явить эту славу, явить эту победу. Аллилуйя! Не просто так мы посажены на небесах, не просто так мы дьявола тогда победили, но чтобы Бог через это, через века, через вот эти века, которые идут и которые еще будут до пришествия Его, сколько их не будет, не знаю, никто не знает. Но чтобы проявить славу через эту победу, аллилуйя, аминь, чтобы дьявола побеждать. А побеждать не в сражении, опять же, вот я себя сейчас останавливаю и объясняю сам себе, не в сражении, а в том, чтобы приходить туда, где он, и... напоминать ему, что я победил. Ты уходишь отсюда. Аминь. Так, ладно.
Последнюю фразу скажу. То есть через это, через 7 стих, Бог выставил на показ отношение к нам. Если вам понятна эта фраза. Бог публично это выставил, чтобы показать отношение к нам в этих веках. Явление своей благости, силы, славы, величия в проигравшем дьяволе. Аллилуйя. Вот что церковь должна делать и как жить, и чему учиться. Поэтому, честно вам скажу, раньше я не чувствовал себя взрослым. Всегда были глыбы, всегда были имена, но всегда казалось, что они понимают больше. Сегодня я вижу, что они не понимают больше многие. То есть, наверное, время уже и за 40 перевалило. Как бы уже и по возрасту можно. И я понимаю, что сегодня много чего было сказано и чего непонятно. Поэтому мы сегодня говорим по новой. И наш голос, он слышен. И мы говорим, что мы с дьяволом бороться не будем. И с шаманами мы не будем бодаться. То есть мы будем повелевать и приказывать уйти. Все. Вот наше, но если хотите, вот оно наше сражение. Вот как я сражаюсь. Я буду говорить, пошел вон, то есть, и все. И не буду я поститься, то есть, ну, что еще и есть не должен из-за этого, ну, как бы. Я не вижу, что Иисус набирал мощь там, ушел там, пост там взял там, вот. То, что Он совершил 40 дней, это тогда нужно было совершить. Но нигде больше Иисус не говорил, что мы постом и молитвой победим. Не говорил Он этого. Он просто по-другому делал, правильно? И апостолы как бы не постились и побеждали дьявола. По крайней мере, при служении Христа, когда Он физически был, они не постились. Все это понимают? Вот, нормально они ели. Это, наверное, к обеду уже дело просто идет. Хорошо, вы все поняли? Поэтому я молился в Юрге так. Дьявол, я тебя победил. Убирайся вон. Думаю, интересно. И мозг у меня как бы... Как все услышат что-то как бы... Ты победил дьявола. Ух ты. То есть, ну... А знаете, почему еще это очень важно делать? Потому что нас долго учили бояться дьявола. Бояться его, то есть. И когда он выходил в своих делах, то мы как бы немножко даже прятались от него. Не связывались с ним. Не надо, то есть, вот. Мне понравилась фраза одного очень великого мужа Божьего, когда он сказал по этому поводу, что после того, как он осознал истину и понял о том, что Иисус победил дьявола, и это во мне, он стал искать дьявола. Где ты, дьявол, иди сюда, то есть, ну. А раньше, говорит, боялся, потому что, ну нас учили. Здесь сложная атмосфера, это Сибирь. Здесь духи, здесь были тюрьмы, здесь насилие было, здесь христианство не растет. Оно здесь очень демоническое противостояние. Где это противостояние? Я всегда не мог понять, где это противостояние. Но я искренне пытался верить в это. Здесь петухов в жертву приносят, кровь пускают им, обряды. Здесь христиане поэтому не могут ничего сделать. И мне казалось, как бы... Блин, короче, ё-моё, что делать-то? Ну, надо же как-то жить или уж переезжать отсюда. Вот, то есть, где регион-то благоприятный? Где как бы победили-то мы? Ну, есть такая земля, но Израиль, то есть, там точно, наверное, хорошо, да? Вот. Поэтому, ну, внутри я не мог понять, вот честно себе, я не мог признаться в этом, что я не понимаю, вот честно, не понимаю. И когда брат Кари сказал, когда его спрашивают, и приезжает он куда-то, и говорят... А, ну, слушай, а вот знаешь, здесь региональные духи, то есть, а какой здесь дух самый сильный? Ну, вот брат Кари, ты же, он говорит, Дух Святой здесь самый сильный дух, аллилуйя. Где написано, что мы равны? Мы не равны, мы доминируем над дьяволом. Аминь? Аминь. Хорошо. Закончим на этом. Помолимся, святые. Господь, спасибо тебе, слава тебе и хвала. Пусть твоя истина, Слово Божье сияет в нас, утверждается в нас в победе над дьяволом, которую Ты, Господь, одержал. Юра не может победить дьявола, но Иисус Христос уже это совершил. И ныне я больше не живу,
но Иисус Христос живет через меня. И поэтому это победа внутри меня, потому что Иисус Христос внутри меня. И поэтому я смело заявляю в духовный мир, что я победил дьявола на основании 1 Иоанна, 4 главы, 4 стиха, где написано: «Мы победили их». Поэтому немощь и болезнь прямо сейчас, которая посмела быть здесь, сейчас, во имя Иисуса Христа, я изгоняю тебя из жизни своей и из жизни братьев и сестер. И я говорю: дьявол, ты проиграл. Какой же ты лжец, мерзкий. Как ты просто как собака, которая прикрылась и которая пытается обманом, что ты имеешь право быть здесь. Ты не имеешь права быть здесь. Я тебя изгоняю сейчас во имя Иисуса Христа. Аллилуйя. Потому что тот, кто во мне, больше тебя. Аллилуйя. Поэтому ты подчиняешься и убираешься из всякого тела здесь, из всякой ситуации во имя Иисуса. Иисус победил. И мы утверждаем эту победу. Мы утверждаем Божье Царство, Божью силу и Божью славу. Аллилуйя. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Аллилуйя. Слава Господу.